Рождество Христово – это один из главных христианских праздников. Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии в иудейском городе Вифлееме. В то время римский император Август, под властью которого находилась Иудея, объявил перепись всего народа. Каждый должен был записаться в том месте, откуда был родом. Праведный Иосиф, которому была обручена Пречистая Дева, происходил из рода царя Давида, поэтому для переписи он отправился с женой в город Давидов, Вифлеем. В Вифлееме для них не нашлось места в гостинице, и святому семейству пришлось искать себе приют за городом, в пещере или вертепе, куда загоняли скот. Именно там совершилось дивное чудо – рождение божественного младенца. Об этом узнали пастухи, охранявшие свой скот недалеко от пещеры. Извещенные ангелом, они первыми поклонились воплотившемуся Богу. Вслед за ними к месту Рождества Христова пришли волхвы – восточные мудрецы. К пещере их привела появившаяся на небе необычная звезда, именуемая Вифлеемской. Праздником Рождества Христова заканчивается Рождественский пост, поэтому после праздничной божественной литургии верующие разговляются, начинают вкушать скоромную пищу. День, предшествующий празднику, 6 января, называется Рождественским сочельником. Это день особо строгого поста. Само название «сочельник» происходит от слова «сочево». Это особенное постное блюдо, которое готовят из пшеницы, фруктов и меда. По давней русской традиции в сочельник не вкушают пищу весь день, до появления на небе первой звезды, в память о звезде Вифлеемской.